Земля борт. Есть переход в ОКИ на бортовое питание. Есть сброс шалового ОКИ 30. Есть отрыв холодный пневмоколодок блока ОКИ 70. Есть мачта 30. Пуск. Пуск. Секунд. Давление в камерах сгорания двигателя ракеты-носителя в норме. 60 секунд. Полет нормальный. 70 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 80 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 90 секунд. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. 100 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 110 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. Есть выключение двигателей боковых блоков. Есть отделение боковых блоков. 130 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 140 секунд. Двигатель второй ступени работает нормально. 150 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 160 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 170 секунд. Полет нормальный. 180 секунд. Двигатель второй ступени работает нормально. 190 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 200 секунд. Полет нормальный. Время КП 2 часа 10 минут 57 секунд 189 миллисекунд декретного московского времени. 210 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. Есть сброс створа головного обтекателя. 230 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 240 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме.
250 секунд. Двигатель второй ступени работает нормально. Двести шестьдесят секунд. Стабилизация изделия устойчивая. Двести семьдесят секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. Прошел гарантийный надув баков третьей ступени. Есть запуск двигателя третьей ступени. Есть выключение двигателя второй ступени. Есть отделение второй ступени. Есть сброс панели хвостового отсека. Триста десять секунд. Стабилизация изделия устойчивая. Двадцать секунд. Двигатель третьей ступени работает нормально. Триста тридцать секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. Триста сорок секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. Триста пятьдесят секунд. Полет нормальный. Триста шестьдесят секунд. Тангаж, рысканье, вращение в норме. Триста семьдесят секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя и разгонного блока в норме. 380 секунд. Двигатель третьей ступени работает нормально. 390 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 400 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 410 секунд. Полет нормальный. 3 включение второй ступени наддува баков третьей ступени. 430 секунд. Двигатель третьей ступени работает нормально. 440 секунд. Тангаж, рысканье, вращение в норме. 450 секунд. Полет нормальный. 460 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя и разгонного блока в норме. 470 секунд. Двигатель третьей ступени работает нормально. 480 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 490 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 500 секунд. Полет нормальный. 510 секунд. Тангаж, рысканье, вращение в норме. 520 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя и разгонного блока в норме. 530 секунд. Двигатель третьей ступени работает нормально. 540 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме.
550 секунд. Полет нормальный. Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение головного блока. Головной блок в составе разгонного блока фрегат номер 122-10 и космического аппарата «Луноглоб» выведен на опорную орбиту.